Привет, сегодня у нас 27 число, и вот сейчас я прочитала, мне на почту пришло сообщение. Здравствуйте, Галина, меня зовут, я из России, сейчас нахожусь в России. Меня пригласили сюда на работу, но обещания о рабочей визе затягиваются. Day by day, desperate fight. My fears are waiting for me at the outside. Я начала недавно работать, но есть подозрение, что хотят меня подставить. Я знаю, что они здесь любят играться и манипулировать, но факт остается фактом. Отношение ко мне очень испортилось, вплоть до того, что не приносят еду, а если приносят, то испорченную. Желудок начал болеть впервые в жизни. Есть такие подозрения, что залезают ко мне в комнату, пытались заснять на видео, но не получилось. Зато смогла заметить, что зашли в комнату не через дверь. Постоянно ломают что-то в комнате, чтобы подглядывать в душе. Пришлю следующим сообщением короткое видео, смогла загрузить сюда, другие не получается. Я в отчаянии и не уверена, что смогу кому-либо здесь доверять, или даже, как казалось, своим египетским друзьям. Вижу, что они врут и как-то сплоченно поддерживают друг друга. Начала переживать даже за свою безопасность жизни. Если можете, позвонить. А дальше указан номер телефона. Буду очень благодарна. Или напишите свой номер телефона. Я вам позвоню. Здесь очень плохая связь. Если что, напишите смс, что вы звоните. Пожалуйста, я жду от вас ответа. Сообщение пришло где-то час назад. Сейчас попробую позвонить этой девушке и узнать, о чем. Что случилось. Никто не отвечает на телефон. Значит, девушка не отвечает, она сказала, чтобы отправить ей сообщение. Я тогда сейчас отправлю сообщение. Это Галина. Я вам звонила. Она мне сбросила. Я смотрю сейчас еще одно сообщение, она мне сбросила, я так понимаю, это какой-то сайт в Фейсбуке. Вот этот веб-сайт, страничка, курорт, номер телефона. Девушка, наверное, поехала работать аниматором, я просто немножко не понимаю. Сейчас сохранится видео, и я вам его покажу. Вот видео уже заканчивает закачку. Сейчас еще 50 секунд, и он... Сейчас еще раз покажу. Девушка почему-то не отвечает.
видео докачала, сейчас посмотрим, о чем видео. Немножко непонятно, о чем видео. В душе. Да, вы где сейчас вообще? Я вот, я вам отправила ссылку, где я нахожусь. Это вроде как отель, но здесь всего 26 комнат. Ну, как бы он такой, как камп сделан. Сделано заведение. Вот, то, что я видела, он прислал, это такие вещи они делают, когда как только я выхожу из комнаты, возвращаюсь, там появляются какие-то дырки. В стенах, то есть, на видео, самое маленькое видео, которое у меня получилось вам отправить. К сожалению, другие видео у меня нет возможности вам отправить. Они... Нет, а там вы мне видео душа прислали, а при чем здесь душ? Там что это такое? Ну, там видно же в стене, я показала, там в стене видны дыры, щели прям сквозные. Ну, то есть я выходила из комнаты, возвращаюсь, у меня вот такая вот, какие дыры там появились. Вот. Потом я просто видела, что кто-то подглядывал. Вот один из сотрудников. А, вот вы имеете в виду, я сейчас смотрю это видео, там как раз в душе как дыры такие, да. Как вы поехали туда, по какой причине? Вы кем, аниматором работаете? Нет, я работаю на ресепшене и через интернет. Угу. То есть вы с туристами работаете, да? Местные, вы имеете в виду, египтяне? Да, ну, в основном египтяне. То есть, а там, где вы живете, там одни египтяне находятся? Да. А кто вам порекомендовал эту компанию? Знакомый. Вот, я могу сказать, что он друг, но знакомый. Нет, сейчас уже ситуация такая, что нужно уже как бы... Они действуют открыто, они не стесняются. Давайте я узнаю все это, они потом вам скажу. До свидания. Пока не отвечу. Не берет трубку. Звонила, наверное, раз пять, набирала, он трубку не берет. Это для него нормально, да? Вы сказали, что он не может не брать трубку. Ну, буду пытаться дозвонить. Сейчас смотрю ваши видео. Отчетливо видно, что на 12:20 чем-то немного двигается, вот с левой стороны вот это розовое, я не знаю, что это. И на 13 с чем-то тоже, вот это вот с левой стороны розовая часть, я просто не знаю, что это двигается. Значит, ситуация по поводу этой девушки. Мне удалось поговорить с их руководством, с ее руководством, когда они там были. Чудом удалось поговорить, потому что звониться я до них не могла. Когда они к ней пришли, я как раз сказала, чтобы она дала им трубку. Я объяснила, что я блогер, и что я снимаю видео о Египте, и меня интересует ее судьба, что с ней происходит, и
Ну, короче, много было чего сказано. В результате мы договорились, что они отдадут ей зарплату за полмесяца, которую она отработала, закажут ей такси и отправят ее в Каир. Это было больше, чем 2 часа назад, наверное, 2,5 часа назад. Они пообещали, такси еще не приехало, то есть девушка собралась, все уже приготовилась, такси еще нету. И вот мне только что удалось дозвониться до одного из партнеров этого заведения. Я спросила, что по поводу такси для этой девушки. Он сказал, я сейчас узнаю, я вам перезвоню. Вот пока еще мне никто не перезвонил. 10 минут назад это было. Каждый раз не устаю повторять и, наверное, не устану никогда повторять. Очень внимательно, девушки, когда вы сюда едете. Египет – мусульманская страна. Вы спокойно живете. Я не знаю, как вы там устраиваетесь, как вы приезжаете сюда работать, как вы потом перемещаетесь по стране, как вы не боитесь этого, понимаете? Потому что здесь мусульманская страна, и здесь все решают мужчины. Женщины здесь по отдельности не ходят, не ездят, не перемещаются на такие далекие расстояния. С вами может случиться все, что угодно. И защитить, если что-то вдруг случится, не дай бог, вас будет некому. Вы здесь одна, вы гражданка другого государства, за вами не стоит никакая семья, никаких у вас знакомых нету. И ваша жизнь, грубо говоря, висит на волоске. Если вы не будете следить за вашей безопасностью, кто будет следить за вашей безопасностью? Как можно поехать с какими-то там куда-то работать, какое-то непонятное место, какие-то посторонние мужчины, непонятно где в Египте, понимаете? То есть обязательно, если вы не будете следить за своей безопасностью, своей жизнью, кто будет следить? Здесь никому ни до чего и ни до кого дела нету. Всем дело только до себя. Пожалуйста, будьте очень аккуратны. Алло? Алло, салям алейкум. Алло, салям алейкум. Ага, it's Галина. You told me that you will... The taxi is coming now? Ага, окей. She already prepared all her stuff. Okay. 10-15 minutes or less? Half an hour. Ага, окей. Окей, шукран. Салам алейкум. Значит, это был хозяин, который сказал, что через полчаса придет машина. Но сейчас я попробую дозвониться этой девушке, она меня сбрасывает почему-то. Я дозвонилась, который вот этот второй, который вы говорите, чья земля. Я ему дозвонилась. А минут 20 назад я ему дозвонилась. Я говорю, я разговаривала с вашим партнером по поводу такси. Он обещал, уже больше 2 часов прошло, такси нету. Он говорит, я узнаю все, вам перезвоню. Через 20 минут я ему сама перезвонила только что. Я говорю, что там по поводу такси? Он говорит, сейчас такси приедет. Я говорю, это когда будет? Через 15, через 20 минут? Он говорит, нет, через полчаса. Значит, через полчаса должно подъехать такси уже. Я просто, если такси не будет, я сделаю прям сразу прямую трансляцию и буду просить помощи для вас. Буду говорить, место, где вы находитесь, чтобы за вами приехали люди и забрали. На самом деле, нет. Если не будет никакой реакции, я на самом деле запущу прямую трансляцию, буду говорить, что наша девушка, гражданка Российской Федерации, находится сейчас в пустыне, вот в этой гостинице, и ей требуется срочная эвакуация оттуда, потому что она оттуда не может уехать. На самом деле, полчаса, то есть у нас сейчас 4 часа, то есть 4:30 за вами, по идее, должна приехать машина, если верить его словам.
Да, я, значит, звоню, у них два телефона отключены. Может быть, не берет так же, как у вас. Выйдите, скажите им, пожалуйста, спросите, где такси. Выйдите сейчас к ним, скажите, спросите, где такси. Выйдите, не отключайте телефон, позвоните, наберите мне просто, я боюсь, что у меня деньги закончатся, я не смогу вам звонить. Наберите мне. Интернет? А можно сидеть здесь или... Садитесь. Да. Угу. Алло. Да. Выходите сейчас, идите спросите, где такси. Вы меня слышите? Да, слышите меня? Алло. Слышно сейчас? Неважно, оставьте телефон включенным, идите туда и говорите им, когда будет такси. Паспорт возьмите с собой. Просто у одного и у второго телефон выключен. Нормально? А сейчас что, где они? Так. Что с ними делать? Я их вообще не вижу. Давайте еще раз я им попробую позвоню. Но у меня сообщение даже не приходит, что они доступны, потому что обычно, когда телефон включается в доступе, приходит сообщение. Смотрят разные из Каира, из Хургады, я имею в виду, кто в Египте, в Шермаль-Шейхе. Давайте, выходите быстро, пока он не ушел. Спрашивайте, где такси. Телефон оставьте включенный здесь.
смотрит. Что-что? Говорит, что едет, говорит, и типа едет. Давайте, идите. Машина приехала? Хорошо, хорошо, идите разговаривать по поводу денег. Отдал 4000, хорошо. Спросите за такси, кто будет платить. Сколько, спросите, сколько будет стоить такси? Вы будете платить за такси? Хорошо, он сколько вам денег отдал? 4? Хорошо. Хорошо. Алло, ассалям алейкум. Угу. She told me you not give her till now anything. Yeah? She told me you not give her till now anything. I am giving her now the salary. Okay. She worked for half month. Okay, inshallah. Okay, you need anything from me?
I guess so. No, no. From... Yes, yes, she will send it to me. Inshallah, inshallah. No, I don't need anything from you. I need to talk with you. Shukran, shukran. Обязательно, они, это Египет, это мусульмане, все должно быть при свидетелях, обязательно. Минимум 2 свидетеля, что они вам деньги передали, конечно. Должны быть свидетели, чтобы потом их не оболгали, все правильно. Значит, он говорит, что сфотографируйте номера, это сам хозяин ваш сказал, сфотографируйте номера машины, вышлите мне. Он деньги не отдал еще? Неважно, неважно, вы сами загрузите свои чемоданы, и вам никакая помощь не нужна. Просите, чтобы вам кто-то помог, если у вас там сумок много, чтобы кто-то помог вам сумки донести. Водителю он деньги отдал 1000, да? Да. Хорошо. Я тут. Попробуйте мне набрать с вашего телефона сейчас. Thank you.
На WhatsApp отправляете, да? Машину с задней стороны сфотографируйте номера. Сзади машину сфотографируйте. Да, я передние задние фотографирую. ID, Рокса называется. Неважно, ID любой снимайте, вышлите мне. На фотографии он? Нет фотографии вообще. А, ну хорошо. Сфотографировали? Ну, а там, по-моему, Рокса, Фи Суру или Мафиш Сура? Рокса Фи Суру или Мафиш? Нужно, чтобы была фотография. А что он вам дал? Лязин Фисура, скажите, что ему, Финсура. Desperate fight, my fears are waiting for me at the outside. Overwhelmed, feeling low, I'm the star in this depressing one-man show. Wish I would be able to flee, but I'm not stable. Wouldn't stand a chance, it's just too much to handle. I need an inspiration, another world I have to see. I travel with my pawn station to a place of fantasy. Whatever I wanna be, nothing blocks me, I'm free. I'm gonna beat my enemies. As I came up